Всем привет! Вы на канале Йоркширский Триер Бонни. Я наконец-то съездила в дог-бутик и купила там несколько вещей. Вообще, я туда ехала за таким костюмчиком, там новый вышел, серый и розовый. Но никакой размер вообще никак не сидел на Бонни. Ну, мне сказали, к осени новые выйдут какие-нибудь. Взяла другое. Ну, за вот этим я тоже ехала, но я думала, это обычный свитер. Такой вот удобненький. Он очень теплый, и оказывается, он из норки. Так, 98% пух норки и 2% где это? Нейлон. Вот. Стоил 2599 рублей. Так, это я и на лето взяла. Такой комбинезончик очень классный, миленький. Сейчас сразу скажу. Стоил 2999 рублей. Посмотрите, какой он классный. И застегивается прям как для детей такие комбинезоны. Вот. Под него я взяла кофточку. Но ее, естественно, мы будем просто так носить, без этого комбинезона. Классная кофточка. 1399 рублей. Она, наверное, тоже на лето. Но так, когда прохладно будет. И последнее. Это трусишки для Бонни. 929 рублей. Ну, в основном цена за цвет. Да. Все вещи из дог-бутика я подарила Боньке на 8 марта, но помимо этого еще не уже из дог-бутика, от фирмы Dogmoda вот такой я и взяла комбинезон на весну. У него материал такой же, как у дождевиков, но написано, что просто комбинезон. Вот, но дуть не будет, хороший, он мне очень понравился. Дальше в четырех лапах я купила ей лакомство от фирмы Чевель. Ломтики из говядины. И еще пару игрушек. Сейчас покажу. Из игрушек я и взяла сову от фирмы Гигви с запасной пищалкой. И все-таки решила взять пуллеры микро, потому что один наш пуллер, он куда-то пропал. Я его уже, ну так, не специально, но искала. Так и не нашла. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.